Всем привет! Мы снимаем обзор вот такого лего. Называется «Пожар в лесу». Состоит из 84 деталей. Да что это, я не могу взять коробочку. Это лего Сити для детей от 5 лет. Тут такая пожарная машина. Филин. Красивая машина. На дереве. Дерево горит. Дерево горит. В общем, в лесу пожары. Надо спасать диких животных. Филин из Гарри Поттера, да? Да, и тут есть, как сказать, водный автомат. А, это водомет такой, да? Да. Чтобы тушить пожар. А ну посмотри-ка, вот здесь в Дании выготовлено на чаде. Да, Даня, вот. Даня. Ну, смотрим, что тут на обратной стороне. Филин сидит тоже. Опять филин. Это он на воде, что ли, сидит? Я не понимаю. Поднимается. А, да. Нет, это он на машине сидит. Стекло в машине. Делается кабриолет. И тут огнетушитель, почему-то белый. Ну, это специальный, наверное. Ну, сейчас будем смотреть. У нас в коробочке оказалось деталь отдельная. Отдельная деталька. Это от машины, я так понимаю. И два пакета. Вот здесь детали и мелкие. Здесь детали. Шапочка. Где шапочка? Вот она. Есть такое дело. Инструкция. Такая красивая. И на задней странице есть все детали. Да, это всегда так. Вот здесь перечень и количество всех деталей. И вот здесь у нас сзади уже что должно получиться. Вот такой автомобиль пожарный. И пожарный тушит пожар. Ну и здесь, как обычно, все этапы. QR-код. Заходите, пользуйтесь. Начинаем сборку. Вот это у нас из пакетика побольше крупные детали. И вот это из пакетика поменьше. Детали мелкие. Меньше, больше. Да, меньше, больше. Мы собрали нашу конструкцию. Вот дерево пылающее. Тут, кстати, этот огонь, вот он просто стоит. Не крепится ни на что. Сова, бедняжка, сидит. Думает, спасут ее или нет. И тут едет доблестный пожарный. Подъезжай. Вот он едет. И у него есть водомет. Такой он этим водометом атакует. Ну давай, нажимай. Будем ловить. Сначала закрыть такой. Опа! Все, отсюда вылетает вода. Вот она. А, как раз три штучки. А, и одна там одна застряла еще. Давай попробуй ее. А, палку вытащить. Вот так. А, все. Она что-то не Ладно. Хочет вылазить. Вода, то такое. Еще у него есть вот тут сзади огнетушитель белый. Угу. Вот он прикреплен. Мы его можем достать, посмотреть, как он выглядит. Вот такой огнетушитель. Ну и сама машина. Огонь упал, то есть пожар потушен. Машинка интересная, поднимается вверх. Оп, здесь сидит пожарный. Ну, он. И тут так опускается. Время. Давай мы его достанем. Тут тоже, да, вот впереди вот есть такая, ну, такая решеточка на машине. Показываем. Ну, если переворачивать, то вот эта вот штучка с огнемета, она будет падать. Ну, лучше не переворачивать. Не или же ее вынимать. Угу. Так. Ой, гражданин у нас облысел при пожаре. Сейчас мы ему назад кепку. Вернее, каску, а не кепку. Напяли. Вот какая фигурка сейчас. Да что ж ты, лысенька. Ладно, мы покажем как раз лицо его вот крупным планом. Он радуется. Не знаю, наверное, тому, что пожар потушил. Сзади лысый. Ну, тут принт вот у него. Как у пожарного. Жилетка светоотражающая такая, наверное. Угу. Впереди вот у него тоже светоотражатели на ногах. А вверху дырка. Ну, это для каски. И тут вот у него принт. Вот такой пожарный у нас. Ну, сова. Сова сидит. Нахохлилась.
Сова, ты говорила, что у нее один глаз открыт, один закрыт. Да, угу. Левый смотрит, правый закрыт. Вот. Есть такое дело. Ставим сову на место. Ставим машину. Машину. Рекомендуем к покупке наборчик. Он хоть и небольшой, ну, из недорогих наборов. Ну, красочный, можно играть. Всем спасибо за внимание.